позиционируется как общественного деятеля и политического конца здорового жизни по факту. Занимается самоуправством такого людей в общественных местах. В последние дни активизировал свои так называемые антиэкономизации. Пап, смотри, у меня новая прическа. Да, Лейла, крутая прическа. Тебе идет. Пап, наша учительница попросила сдать 10 тысяч тенге на ремонт класса. Можешь дать, пожалуйста? Да, конечно, доча. Возьми в шкафу. Лейла, привет! Я надеюсь, ты помнишь, что завтра мой день рождения, и я больше всех жду свою лучшую подругу. Адрес и время отправлю чуть позже. Жду тебя, целую! Заюш, привет! Мы завтра с друзьями собираемся в бар. Пошли с нами. Познакомлю тебя со своими друзьями. Они очень классные. Алло, ты где? Привет! Привет! Это тебе. Розы? Спасибо. Ну как дела у тебя? Что нового? Честно? У меня все супер. Столько всего происходит, много новых друзей и знакомых. Нет, что с тобой происходит? В смысле? Я вчера звонил твоей маме. Она сказала, что ты пошла на день рождения к Ане. А к Ане ты не пришла. Ну да. В смысле ну да? Я твой парень. Я не знаю, где ты находишься, с кем ты, где ты, что ты. Знаешь, не лезь не в свое дело. И вообще, мы с тобой встречаемся больше года, а ты какие-то мне три розы даришь? Хотя вчера мне подарили просто так целый букет. Ясно, как ты меня любишь. И вы представьте, наша Машка в Ниццу полетела. А Лерка-то вчера в Лондон улетела со своим. О, девчонки, как вас дела? Смотри, такие веселые девчонки. Здравствуйте. Да, красно. Да? Я тут слышал про Монако. Хотите в Монако полететь? Хорошо, однако. Но вот та девушка у нас сегодня без парня осталась. Да? Здравствуйте, девушка. Привет. Я слышал, вы свободны? Да. Вас как зовут? Лейла. Лейла. Меня зовут Хуан. У меня тут есть свои рейсы. Любая страна, смело можем полететь. Как ты смотришь? У меня здесь машина припаркована. Можем прогуляться? Papi boy, donde quiero con cualquiera, donde sea papi boy, donde quiero con cualquiera, donde sea papi boy, donde quiero con cualquiera, donde sea papi quiero. Новый образ, прическа? Да, у меня новая прическа, цепочка и одежда. И это еще не все.